друг, есть разговор. Я, конечно, знаю, что ты прям директор всего, но в нашей корпорации принято решение расширить штат, у тебя появится братик или сестричка. Это то же самое, что вот Мирошка. Смотри, как к тебе приезжают, помнишь? Как вы тут веселитесь, как тебе нравится. Как ты радуешься, когда они приезжают. Правда, ты еще и радуешься, когда они уезжают. Но тут будет приблизительно то же самое. Только уезжать она никуда не будет. Что думаешь? Какие твои мысли по этому поводу, котенок? А, так? Ну, это очень серьезная мысль. Ну, в общем, бабы, вы поняли. Такие раздумья у этого человека по поводу второй лялечки. Да? Все, котенок, это означает, что ты у нас больше не самый главный звездун на этом канале, да? Да и в целом, в жизни. Придется делиться вниманием. Ну, а я в своем первом триместре удачно наслаждаюсь тошнотой и общим каким-то таким не сильно хорошим самочувствием, поэтому чаще всего наша ежедневная жизнь проходит горизонтально. Тут я столкнулась наконец-то с тем, каково быть беременной со старшим малышом. И на самом деле наша вот ежедневная жизнь, наш ритм, наши какие-то привычки, они так здорово поменялись и были адаптированы под новое мое состояние. А когда на самом деле состояние нестояния, когда ты не можешь активно заниматься ребенком, когда ты не можешь активно заниматься дома, вот просто два движения пальцем, и ты уже устаешь. Причем не просто устаешь, а тебе становится дурно. То есть тебе нужно прилечь просто потому, что тебе дурно. И на самом деле, наверное, это то, чего я опасалась и боялась в вопросе второй беременности с маленьким ребенком, который еще дома, который не ходит в сад и который еще не разговаривает. Ну, то есть это ребенок до 2 лет. И вот, собственно, оно с нами приключилось. С другой стороны, не так все плохо, как могло бы быть, потому что мне порой кажется, что когда я была беременна Рэмом, у меня и тошнота, и общее такое недомогание, оно было значительно больше. Просто разница была в том, что я в любой момент могла прилечь, и я не была отягощена какими-то вот такими заботами, которые отложить невозможно. Сейчас, конечно же, малыша отложить никуда невозможно. Особенно тяжко это, конечно, по утрам, когда он вдруг, там, не знаю, из-за зубов решит встать в 6, а того и раньше, в 4, и, в общем, решит парочку часов потусить. Таких ночей у нас, по-моему, 1 или 2 были в последнее время. И в целом как-то чувствовала я себя не очень. Благо, это были выходные, Арс был дома, и он просто уже потом мог позволить мне пойти поспать и взять ребенка на себя. То есть мы как-то по-партнерски решаем эти ситуации и друг другу помогаем. Еще одна большая неожиданность в этой беременности – это то, что уже в 9 недель мой живот выглядел так, будто я на 7-6 месяце беременности. Да, я знала, что во время второй беременности живот появляется намного быстрее и так далее, но сейчас-то я понимаю, что это не живот с малышом, это просто проделки прогестерона, релаксина и прочих гормонов, которые бушуют в моем теле. И мой живот сейчас настолько большой, что я все, я уже в 9 недель не влазила ни в одну свою одежду. И мужу я заявила, что, дорогой, я знаю, какой подарок от тебя я хочу на 14 февраля, мне нужна новая одежда. Причем одежда нужна уютная, комфортная, причем такая, которую я могла бы одевать, вот находясь дома или на улице с ребенком, и в то же самое время думая о том, что живот будет все расти и расти и расти, и мне нужно максимально комфортно себя чувствовать. При всем при этом, ну, как-то хочется уже, наверное, вылазить из треник и своих худи,
и как-то выглядеть, ну, наверное, все-таки хоть, не знаю, немного женственной и попробовать померить платье. Поэтому я отправилась в онлайн-шоппинг в связи с пандемией и, в принципе, с тем, что я сижу дома с ребенком. Понятное дело, по торговым центрам таскаться не приходится, поэтому я решила закупиться онлайн. Сегодня приехали мои наряды, и мы с вами это все будем примерять. И вместе с этим, в первый раз за беременность, вы посмотрите на мой уже растущий животик, который, как я уже сказала, напоминает беременность, ну, этакие 6-7 месяца. Вот, подружки, смотрите, какая красота у меня пришла. Вот столько одежды я поназаказала. Магазин, в котором я заказала, это top.ru. И дикая приятность, что вся моя одежда, она пришла вот в таких вот эко-сумках-шоперах. Во-первых, что мне понравилось, что они изготовлены из переработанного эко материала, подлежат дальнейшей утилизации, ну и в целом, пока утилизировать не нужно, я смогу этими шоперами пользоваться также для своих покупок ежедневных, например, когда мы будем ходить в магазин. И так как мой беременный живот уже растет, я особо не понимаю, какого размера должна быть моя одежда, поэтому я заказала здесь в нескольких размерах, в основном это M, L и все, что oversize или one size, для того, чтобы уже померить. А все это возможно просто потому, что на top.ru очень удобная система возврата или обмена. То есть здесь у нас бесплатный обмен и очень легкий возврат. В коробке, которая приехала с доставкой, там все необходимые бланки бумаги указаны для того, чтобы все это заполнить и очень легко обратно отправить в магазин в случае, если мне что-то не подошло или что-то нужно поменять. Сайт действительно удобный. Здесь представлены все тренды сезона. И также от стилиста есть все необходимые образы, которые уже заранее сложены, и мне не нужно ломать голову и думать, как тот или иной предмет гардероба будет выглядеть, и как я смогу его скомпоновать, например, с другими вещами в своем шкафу. И особое внимание я обратила на эко-коллекцию. Она производится в Португалии, и в этой коллекции используются переработанные и очень чистые материалы, которые также в будущем подлежат утилизации. Круто, что эти материалы выдерживают более 100 стирок, они сохраняют форму, не теряют свой цвет и окрашены только исключительно естественными красителями, что мне в жизни с маленьким ребенком и сейчас, будучи беременной, очень важно, потому что кожа моя, она исключительно чувствительна, и, конечно же, мне важно, каким материалом ежедневно прикасается мой ребенок. И, конечно же, подружки, как обычно, радость не только мне, но и также вам. Top.ru дарит нам скидку 15% по промкоду MOTHER. Вот этот промкод не забывайте, сохраняйте. И если вы будете отправляться на сайт top.ru, то обязательно при оформлении заказа пишите этот промкод. Этот промкод дает вам 15% дополнительную скидку не только на основные коллекции, но и также на коллекции, которые уже находятся на распродаже. То есть эти скидки будут суммироваться. А это всегда супер приятно. Yeah.
Подруги, вот оно, что, оказывается, нужно для того, чтобы улучшить настроение матери в токсикозе. Нужно просто померить новые вещи и обновить свой гардероб. Я получила огромнейшее удовольствие от примерки всех этих вещей, но мне нужна ваша помощь. Я не смогу себе оставить все эти наряды. Я должна выбрать, ну, не знаю, 2-3, может быть, максимум 4. Это все зависит от того, насколько у Арса будет хорошее настроение в день Святого Валентина. Судя по цветам, которые... Он уже мне сегодня прислал эти прекрасные, невероятные, замечательные белые розы, мои любимые цветы. Я делаю вывод, что настроение у него все-таки хорошее. Поэтому пишите в комментариях, какой из образов вам понравился больше всего и какой мне следует оставить в моем гардеробе. Ну, все-таки взгляд со стороны, я думаю, поможет мне определиться с теми вещами, которые наиболее всего подходят мне и которые лучше всего будут служить мне в мою беременность. И да, ссылки на все эти образы оставляю также в описании видеоролика, чтобы вы могли посмотреть и выбрать ту вещь, которая вам, возможно, понравилась больше всего. И не забывайте про промокод MOTHER, который даст вам 15% скидку на все ваши покупки на сайте top.ru. И не забывайте, эта скидка суммируется с теми скидками, которые уже есть в разделе распродажи. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем моим боевым подругам, которые также находятся в беременности, в токсикозе, я желаю вам сил, терпения и поскорее, чтобы токсикоз закончился, чтобы мы все в нашей беременности могли наконец-то почувствовать себя на все наши 100. Также желаю романтичного дня Святого Валентина. С кем бы вы его ни встречали, желаю вам прекрасного праздника. Ну или как минимум позитивных эмоций. Ну а мы с вами увидимся в следующем моем видеоролике. На этом сегодня все. Пока!